огоньки цветные, елки, снежный шар на книжной полке. Мир рассвечен перламутром. Просыпайтесь с добрым утром. Антон, а ты уже Дед Морозу письмо написал? Ой, Хрюша, еще нет. Ну как это? Скоро Новый год? Ну как же Дед Мороз узнает, какой подарок ты ждешь, а? Знаешь, Хрюша, я очень люблю сюрпризы. И каждый Новый год жду не какой-то конкретный подарок. Я жду чудо! Представьте, в жаркой Африке, где снега не бывало. Представь, что в жаркой Африке, где елки не растут. Укрыла пальмы белые сугробов одеяло. Снега веков морковки краснеют там и тут. Пришла удачи полоса, пора поверить в чудеса. С нетерпением каждый ждет, пусть будет добрым этот год. Желание в небо отпусти, позволь мечте его нести. Дорогу к свету пусть найдет, и чудо вновь произойдет. В Новый год белые мухи садятся нам на ухи. То есть не на ухи, а на уши. Не важно, самое главное не заморозить души. Так что поделись теплом своей души. Поделись теплом своей души. Давай разгадывай в снегу следов забытых знаки. А если вдруг замерзнем и согреет теплый чай? Нет, лучше поиграть в снежки, скрестить сосулек шпаги. Скатиться кубарем с горы, я первый, догоняй! Пришла удачи полоса, пора поверить в чудеса. С нетерпением каждый ждет, пусть будет добрым этот год. Желание в небо отпусти, позволь мечте его нести. Дорогу к свету пусть найдет, и чудо вновь произойдет. В Новый год белые мухи садятся нам на ухи. То есть не на ухи, а на уши. Не важно, самое главное не заморозить души. Так что поделись теплом своей души. Поделись теплом своей души. Белые мухи садятся нам на ухи. То есть не на ухи, а на уши. Не важно, самое главное не заморозить души. Так что поделись теплом своей души. Поделись теплом своей души. Поделись теплом своей души. Ну же, поделись теплом своей души. Привет, девчонки! Я так рад, что вы пришли. Привет, Антон! Привет, Хрюша! С добрым утром, малыши! Мы тоже очень рады встрече с вами в этот чудесный предновогодний день. Ну, давайте же скорее рассказывайте, какие чудеса вы ждете от этого Нового года. О чем мечтаете? Я мечтаю о маленьком щеночке, но пока что он есть только у моей бабушки, а встреча с ним бывает очень редко. А я мечтаю спеть в мюзикле, взять несколько интервью у популярных блогеров, артистов или музыкантов. О, давно я никому не давал интервью. Антон, не помнишь, у меня в следующем году есть свободное время? А? Хрюша, ну, думаю, что найдется. А самая моя сокровенная мечта – это спеть дуэтом со звездой эстрады. О! Знаешь, я мог бы тебе помочь. Хрюша, хватит важничать, а? Давай лучше поиграем. О, да! Я совсем забыл. Наш новогодний марафон продолжается. И у меня в волшебном колпачке еще куча всяких развлечений. Так, сейчас вы должны будете достать из колпачка один стеклянный шар. И по номеру на шаре определить, в какую игру мы будем играть. Да, вот и список. Новогодний марафон игр. Девчонки, смотрите, тут есть льдинки-путешественницы под номером 1, а под номером 2 праздничные пазлы, озорные пингвинчики, снежный бой, хоккей с препятствиями и много-много-много других. Мне нравится. И мне. Так, нет-нет-нет, доставайте шар. Вот. А, ну хорошо, пожалуйста. Из колпачка шар доставайте. Так. Ух ты, глубоко-глубоко. Ой, так, осторожно. Достаем. Это... шар с цифрой 5. Итак, шар под номером 5 читаем, ребята. Праздничная телеграмма. И это значит, что тебе, Антон, повезло. А почему мне? Потому что ты забыл написать письмо Дедушке Морозу. Хрюша, ты опять об этом письме, а? Кстати, ребята, может быть, тоже не написали? Не написали? Написали. Ну, это ничего. Сейчас мы напишем с вами еще одно. Только коллективное. Точнее, я его уже почти написал. Осталось только придумать 12 прилагательных. Знаете, что это такое? Конечно. Итак, каждый из вас должен назвать 4 слова. Только давайте побыстрее, а то Новый год уже на носу. Ой. На носу у нас ничего нету. Это Хрюша, наверное, про свой пятачок говорил. Новый год, наверное, у него там. Да никакого нет у меня Нового года. Это выражение такое. Так, я приготовился записывать. Так. Начинайте говорить. Липкий. Липкий. Рыжий. Рыжий. Толстый. Толстый, так. Угу. Мокрый. Мокрый. Сладкий. Сладкий. Да, мое любимое слово. Склизкий. Склизкий. Так, запишем. Ленивый. 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 Ну ладно, пусть будет ленивый. Красный. Красный. Красный прекрасный. Необычный. Можно необычный. Колючий. Колючий. Доброжелательный. Доброжелательный. Хитрый. 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 Ну пусть будет хитрый. Если я все правильно посчитал, то мы назвали 12 слов, Хрюша. Сейчас прочитаю. Так. Здравствуй, Дедушка Мороз. Мы очень ждем Нового года и твоих липких подарков. Новый год – это самый рыжий праздник в году. В этот день все ребята поют толстые песни, танцуют мокрые танцы, лепят сладких снеговиков. Это вкусно. Да. И склизко катаются на лыжах и санках. О, ну если погода плохая, уж точно склизко. Поздравляем тебя с праздником и желаем ленивого здоровья. И красного настроения. Почти классного, но красного. Да. А у него же нос-то красный. Так, настроение в новом году. С уважением к тебе. Необычный Антон. Колючая Марианна. Доброжелательная Мишель. И хитрый Хрюша. Ну все, про тебя в точку. Это верно. Хрюша, ты нас разыграл? Такое письмо Деду Морозу не пишут. Обидится еще. Да. Кстати, а давайте, друзья, давайте лучше пожелаем ему и всем нашим зрителям всего хорошего. Вот прямо сейчас с телеэкрана, а? Давайте. Ребята, желаю вам счастья и здоровья. Любите и берегите своих близких. Живите активно и мыслите позитивно. Побольше смейтесь и играйте вместе с нами и каналом Карусель.